Все для людей, которых нет. В Запорожье сотрудники социальных и банковских учреждений назначали соцвыплаты призракам. Пенсии по предварительному сговору оформлялись несуществующим людям. Деньги выводились на территорию так называемой ДНР. Служба безопасности Украины совместно с запорожской полицией и прокуратурой задержали преступную группировку с дневной выручкой. А это 100 тысяч гривен. Всего таким способом мошенники вывели из государственного бюджета Украины почти 12 миллионов гривен. Преступная группировка задержана, открыто уголовное производство по 4 статьям. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы. Злочинці оформлювали пакет документів на неіснуючих людей для оформлення соціальних та пенсійних виплат. За злочинною домовленістю з працівниками соціальних установ та банківських установ вони оформлювали всі ці документи, отримували платіжні картки, на яких зараховувались грошові кошти, в подальшому знімали їх в банкоматах міста Запоріжжя та вивозили на тимчасово окуповані території.